центре его звонит Александр Егушин, пробу один получил, и он одна раз отправляется. Была уже повестка, я не успела, выходная раз, получила посылала справку. Про него указалась прежде, она посылала вести справку. Про него указалась. Назначено наказание на лишение свободы пожизненно. С отбыванием первых 5 лет в тюрьме остального срока в исправительной колонии строгого режима. Первое пресечение и заключение по страху в отношении Егорова оставили без изменений. Заключение по страху. Срок отбытия наказания Егорова исчисляется 4-го 2017 года. За честь срока отбывали наказание в тюрьме, время содержания осужденного по страху, поступление в законную силу приговора. Взыскать с Егорова Сергея Владимировича компенсацию морального подпуска терпевших. Любого Яна Александровича. 1 500 000 рублей. Резина Татьяна Владимировна. 1 500 000 рублей. Высоцкого Ильи Николаевича. 1 000 000 рублей. Васильева Дмитрия Вячеславовича. Барьева. Байкина Татьяна Владимировна, 1 000 000 рублей, Шмелева Елена Сергеевна, 1 000 000 рублей, Загорняна Виталия Ивановича, 1 000 000 рублей, Сареева Юрия Владимировна, 1 500 000 рублей. Взыскать Егорова Сергея Владимировича, в счет отмечения материального ущерба, в пользу потерпевшего Васильева Дмитрия Вячеславовича, 70 200 рублей, потерпевшая Резина Татьяна Владимировна, 206 877 рублей. Вещественные доказательства по делу поступления договора законной силы, самозарядно нужно создать 12 средств. 004-324-7-12-6 придать подразделение лицензионного решительной системы внутренней России. Предмет одежды будут принадлежащие годы, порушенные перчатки, электронные материалы, запрещенные материалы, обновление с подтверждением деревянной конструкции, удостоверение с подтверждением закона 10 годов, продвинутых составе служения по закону 4. Крест и цепочка, находящие на местном хранении, оставить утерпевшие Шмелева. Документ на имя Егорова, часть ключевого всегда был начинский, а ключевой главный билет, решение на хранение ношения оружия на имя Егорова. Да, я понял.